Всем привет, друзья! Сегодня я вновь в зале и, опять же, покажу вам прекрасную связку, которая будет развивать ваш вертикальный прыжок с места и прыжок в длину с места. Как всегда, перед любой высокоинтенсивной тренировкой не забываем хорошо разминаться. Общая разминка, динамическая растяжка и специальная разминка. Переходим сразу к упражнениям. Для их выполнения нам понадобится тумба высотой примерно до колена или чуть выше. Связка будет состоять из 4 упражнений. Первое – это концентрический вертикальный прыжок. И затем тут же с этого же прыжка прыжок в глубину. То есть приземление мы используем как аккумуляцию энергии. Затем снова подходим к тумбе, садимся на нее, выполняем концентрический прыжок в длину. И тут же этим же прыжком совершаем еще один прыжок в длину. Выполняем вот таких 3 повторения в подходе почти без отдыха. 8-12 рабочих подходов. Во время концентрического прыжка мы с вами развиваем взрывную силу, а после вот этого приземления мы аккумулируем энергию и реализуем ее в следующем прыжке, тем самым развивая наши упругие способности. Отличная комплексная тренировка, которая прокачает вас по полной. Да, друзья, я не устану повторять, что после таких тренировок делаем обязательно растяжку, хорошую, качественную растяжку, для того, чтобы расслабить мышцы и сухожилия. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, также задавайте свои вопросы, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Любите то, что вы делаете, и тренируйтесь в удовольствие. It's your birthday.